Имеешь ли, Александр, произвали неблагое и непринужденное и твердую мысль взять себе в жены сию Юлиану, которую перед собой здесь видишь? Не обещался другой невесте. Имеешь ли, Юлиану, произвали неблагое и непринужденное и твердую мысль взять в мужья сего Александра, которого здесь перед собой видишь? Не обещалась другому. Венчается раб Божий Александр, рабе Божий Юлиану, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Венчается раба Божий Юлиану, рабе Божий Александр, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи Боже наш, славою и честью венчан я.